поймали мало, немного. 2,5 часа рыбачили. За 2,5 часа вот мы развесим, сколько здесь у нас. Ну, 10-300, ведро, может, 300 грамм весит пластмасса. В общем, нормальное движение за 2,5 часа. Считаю, очень классно. Ребята, сегодня рекорд, реально 200 грамм прям. Такая селедка просто, реально 200 грамм. Обалдеть. Здоровая. Так вот, сортируем чуть-чуть, мелкая, большая. В этой большой за 200 граммовой, смотрите, сколько икры, просто бомба. Обалдеть, сколько икорочки. Вот эта икорочка, как в щуке прямо.